Вот, на барахолочке весело. Ребята играют. Ну, да. Подождите музыканта. И все в идеале. Ага, вот все в идеале. Ага, клоуны такие классные, да. Так. Упакуйте их, пожалуйста. Забираю таких двух потрясающих клоунов для подписчицы Рано из... Привет-привет, дорогие друзья. С вами, как всегда, Саша и канал «Жизнь в Киеве». Сегодня 17 августа 2024 года, прекрасный субботний выходной день. И у нас ожидается традиционный выпуск из киевской барахолочки, которая располагается возле метро Почайна, а также возле эпицентра на Почайной. Посмотрим ассортимент, цены. И напоминаю, если вас интересуют какие-то товары, которые вы увидите в этом обзоре, все это можно приобрести. Для этого пишите мне в Telegram. Смогу отправить по Украине или же за границу. Мой Telegram указан в первом закрепленном комментарии, а также в описании под данным видеороликом. Желаю всем хороших выходных и приятного просмотра. Интересная точка по фарфору. Смотрите, вот такая статуэточка. Бык. Еще второй тоже бык. Мы их еще добьем до конца. Такая. Подсвечники, интересно. Вазочки, чайничек такой, тоже интересный, ваза. Богоматерь фарфоровая, пепельница такая, интересная. Поднос. Красивые, винтажные картины. Подсвечники, взгляните, какие потрясающие. Вообще шикарные. Еще такая подставочка. Емкость для сахара. Интересно. Ложечка. Еще такая тоже сахарница, взгляните, необычная, в виде какой-то машинки или велосипеда старинного, с крышечкой и с ложечкой. Прикольное изобретение. Молоточек, поднос такой классный тоже. Пушка, сова еще такая, еще такое тоже изобретение, подсвечники. Да, да, да. Да, да, здравствуйте. Да, спасибо, 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 что смотрите, спасибо. Бусы. Такие. Такие бусы. Гораздо меньше. Небольшие. Еще. Синие. Часики. Очень много монет на барахолке. Смотрите. Сколько монет? Часы, корпуса к часам. Есть даже некоторые рабочие. Так что если у вас поломались какие-то часики, то здесь можно подобрать для них донора. Пепельница. Такой интересный танк на пьедестале. Это что за часы? Еще пепельницы. Агат, корабельные часы. Часики. Есть, да, луч с коробочкой, да, с документами. Секундомер. Вот еще советские такие запонки.
Это горный хрусталь у вас, да? Да, есть у вас какая-то розетка? Да. Держи. Будь ласка, вот. 1500. Красиво. Еще тоже. Запонки с горным хрусталем. Брошка. Красивенькая, советская. Да, все. С позолотом. Это серебро, да? Нет, это не знаю. Пробы тут вроде не вижу. Это бижутерия. Да, это бижутерия. Ага. Чехия, чешская бутылка. Ага, чешская, думал советская. Ну, все тоже уступлю за 600 гривен драбу. Не хотите? Это для феншуя как бы выкрасовываю. 2000. Браслет. Это тоже бижутерия, да? Не, серебро. А, серебро. Да, серебро вот проба с другой стороны. Ага. А, 925. 50 гривен пушка. Современный браслетик. Тоже красивый. По пушкам алюминиевым. Секундомер, слава, с коробочкой. Он без документов у вас? Да, по коробка не виднёва. А, не виднёва. Понял. Светильник такой тоже интересный с собой. А светильник сколько у вас стоит такой? 700 гривен. Ага, 700 гривен, да. Кабура. Танчики всякие. Подсвечник. Подстаканники. Вот забираю такие запонки потрясающие. Это советское серебро для подписчицы из Германии. Такие красивые запоночки. 50. Вот еще молочник такой тут продается, Кузнецова. Интересно. Как раз мелочь. Это 100 гривен сеточка, пёровая. 100 гривен всего лишь, да? Неплохо. Да. В этой части барахолки люди обычно продают какие-то свои товары, которые им уже не нужны. Тут какой-то одной специализации нету. Вот смотрите, даже продают кравчучку. Всемирно известные. Вот чехлы для телефона, всякие лекарства, какие-то игрушки. Самолетики даже продаются. Диски. Куча чехлов для разных телефонов. Вот еще такой кашкет милицейский. Старого образца. Если вы хотите поиграть в ролевые игры, то можно приехать на барахолочку и осуществить ваше желание. Рыбки знаменитые. Интересная точка по серебру. Разнообразные цепочки. Часики Casio, J-Shock. Подстаканник, чашечка детская, вот большое количество серебряных ложечек, колечки серебряные, брошки, вот это харьковское серебро, очень красивая брошь, запонки. Подстаканничек мельхиоровый. А сколько подстаканник у вас стоит мельхиоровый? 500 гривен. Да. Статуэточки. Часики еще танковые. Еще часы. Очень большое количество разнообразных брошек, колечек. Это тоже, кстати, советское серебро. Я такие покупал для подписчицы из Германии. Такая еще. С подвесочкой. Тоже красивенькая. Ну, погоди. Вот, знаменитые. Они рабочие у тебя? Ну, погоди, они рабочие у тебя? Да, рабочие. Рабочий. Мы кому коллекцию, у нас тут коробка, документы, все. Ага, даже работает? С коробкой, с документами. Да. А можешь документы показать, пожалуйста? Ага.
Да, вообще в идеальном состоянии. Олимп. Так что, если интересно, пусть пишет. Ага, хорошо. От золотых часов от советских. Может, кому надо. Под 200. Ракеты еще такие часики. Ракета вот хорошая, посмотри. Покажи, мы там кто собираем. Смотри, как состояние. Муха не сидит. Ну, не Rolex, Rolex там. Ну, да, вообще идеальная ракета. Называют такую тоже, называют Rolex. С календарем. Вот такая еще будет, я соберу в состоянии, достаточно редкая. Это дружба Китая и СССР. Так что, если кого-то интересует, пусть пишет. Да, хорошие часики. Так, возьми, пожалуйста. Сейка. Вот луч. С коробочкой, с документами. Кварцевая. Очень хорошая, вообще новая. Попугай сидит, смотрит, кто что покупает и что продает. Вот иконы взгляните, какие старинные, интересные светильники. Ваза. Фарфор, часики, настольные. Очень большое количество различных корпусов к часам. Картриджи. Они, кстати, по 100 гривен. Тут еще располагаются различные ожерелья, брошки. Часики. Смотрите, там вид киевского, миского, по-моему. Пряжки. Такие брошки. Красивенькие. Очень много брендов на барахолке. Смотрите, сколько часов. Интересно. Майкл Корс. Патек Филипп. Класс. Вообще. Франк Мюллер. Роликс. Класс. Настоящий Роликс на барахолке. Альберто Кавалли. Кортье. А сколько Кортье такие часы? Класс. А Кортье сколько? Кортье трешка. Три тысячи, да? Французский бренд за 3000. Константин часики, Булгари. Ого, вот эти Булгари серые, интересные, с хронографом. А Булгари сколько у тебя? 2,5. 2,5, да. Понял. Вид киевского головой. Булгари интересные. В прошлый раз, если я не ошибаюсь, то их не было. Кельвин Кляйн. Тиффани еще. Всякие украшения есть. Солдатики. Наполеоновские. Такие еще емкости. Тоже Тиффани. Ожерелья. Такие ожерелья еще. Ремни. Кельвин Кляйн. Серебряные браслетики разные. Класс. Запонки. А что это за запонки у тебя? Без названия. Ага, я понял. Ну это серебро или какой материал? Нет. А, не серебро, я понял. А почем они у тебя? 200 гривен. А, 200. $5. Вот сейчас выбираем для подписчиков. Вот это, ну погоди, волк ловит яйца. Это стандартная, это что и шла. Ага, тут потом разные сюжеты. Да, разные сюжеты. Потом вторая. Вторая, это цирк, клоун, клоун ловит зайцев. Клоун ловит зайцев, да. Волк а ловит яйца. А вот это последнее, это жаба, жаба ловит бабочек. Ага, жаба ловит бабочек, интересно, да. Вот еще машинка такая продается. Да, да, спасибо, Москвич. Тебе тоже. Если что-то будет, я могу. Да, да, тебе тоже. Москвич 426. Прикольно.
Вот сейчас проверяем игру для подписчика. Ну погоди, ага, давай, поймай яйца. Ну ты такой, видишь, экран чуть темный, он такой более насыщенный. Это у тебя какие-то они чуть более тусклые. Ага. Да, давай поймай что-то. Да вот, вот смотри, добавил сейчас. Ага. Класс. Два яйца уже поймали. На чем? Олег. Уже результат. Такая 500 гривен. Так, забираю вот такую потрясающую игрушку. Мне еще дали в подарок батареечки. Все, спасибо большое, да, Олег. Да, хорошего дня тебе, удачи. Кого-то что-то заинтересует. Да, да. Если вас что-либо заинтересовало из точки Олега, то пишите мне в Телеграм. Мой Телеграм указан, напоминаю, в первом закрепленном комментарии. Также в описании под данным видеороликом. Еще продаются такие кукольные домики по 85 гривен, под нос 150, что-то упало. Очки для зрения, вот еще есть по 200 гривен от жары, от солнца, точнее. Взгляните на барахолке, какая интересная пепельница в виде петушка. Также винтажная потрясающая емкость для сыпучести. Турка, тоже красивая. Фруктовница, конфетница такая интересная. Вазочки, чайничек. Сейчас покажу книжку, интересно. Стопочки разукрашены. Медаль, брошки, красиво. Уточки такие тоже, прикольные. Статуэтки. А сколько такая фруктовница у вас стоит? 2000, ага. Урановая. Урановая. Ага. Есть незначительный шербет, незначительный. Ага. Для ее годов сохран. Угу. Да, царское урановое стекло. Угу. 2000. Неплохо за урановое стекло. Потом, когда ты там видел, светили графину, то какой-то левый был. Угу. А это именно хорошо. Угу. Брошки. Такие еще емкости тоже. Интересный орехоко. Смотрите, какой. С аллигатором. А почем орехокол у вас такой? Ага. Классненький, да? Ага, вот еще серебряные такие запонки. Это советское серебро, 50-е года. Еще очень интересный экземпляр. Электрокофеварка. Советская, полностью новая. Вот. Интересно. На 6 персон. 6 турочек еще идет в комплекте. Большая редкость. Настоящая капсула времени. Таких экземпляров единицы. Вот еще в этой электрокофеварке также идет в комплекте родной песок. Ложечка тоже. В общем, полный комплект абсолютно. Вообще большая редкость. Кассеты еще продаются. Советские. Комплект Silent Blue. Еще бесконтактная электронная система. Вот еще часики. Perfect. С календарем. Это кварцевая, да?
Йотовский механизм, это очень редкие часы такие. Ну, это Casio, да. Casio, Слава. Песни твои полностью новые. Да, родная Слава. Знаменитые. Оригиналы, все, 74-й год. Супер точно идут, все. Никаких проблем с ними нет. Это Пьер Карден, да? Здесь камни Сваровские, оригиналы. Все это оригинал Пьер Карден. Ремешок не родной только, да, все остальное родное. Швейцарский механизм. Да, швейцарский, этажка. Кассио. Ронда или этажка, я забыл. Ну, это Кассио, да. Еще такие тоже спортивные. Кассио. А почем такие Кассио у тебя? Вот эти? Ага. Полторушки. Полторы тысячи. Хорошая цена еще на них. Ремни еще тоже здесь продаются. Медаль за мужность. Часики, ракета. Пепельница интересная, с такой крышечкой. Классная. Мы уже снимали 5 раз. Да-да. Балалайочка такая, такая емкость. Медведь, новый красавчик, белый. Тапочки. Давайте еще посмотрим классные бельгийские часики и другую разнообразную посуду, даже стулья здесь продаются. Ого, блин, царский такой трон. Классно. Светильники бельгийские, европейские. Здравствуйте. Здравствуйте. Картина. А сколько картина у вас такая стоит? Картина 1400, ну за 1300. Ага, 1300 гривен, такая прям она огромная. Очень милые светильники, взгляните, бабушка и дедушка. И напоминаю, дорогие друзья, если вас интересуют какие-то товары, которые вы видите в этом обзоре, можете смело писать мне в Telegram. Могу отправить по Украине посылочку или же за границу, тут в коробках. Очень много можно найти всегда интересного. И посуда, и игрушки, вот видим, разнообразные. Вазочки. Дальше еще статуэтки. А у вас случайно нету латунной или бронзовой спичечницы? Это у меня спрашивал подписчик. Ага. Зайдите сюда, молодые. А как? Девочка. А с этой стороны можно пройти. Ага. Так что, кто захочет сюда пройти, то можно вот здесь, с этой стороны. Извиняюсь, девушка, можно? Спасибо. Спасибо. Так, вот видим бронза красивенькая. Я забыл. Вот такая аист бронзовый. Колокольчик. Колокол даже. Это не колокольчик. Интересные подсвечники. Сколько их? Ну, спичечниц. К сожалению, пока не наблюдаю. Утюг. Утюг такой. К сожалению, спичечниц нету. Но зато нашел такого интересного. Он отошел, ну хорошо, смотри. Спичечниц пока не вижу. Спасибо. Так, вот пришел к Володе. Давайте посмотрим интересный ассортимент. Там я еще часы у тебя должен забрать, да, для подписчика. Да, а покажи, что у тебя есть нового. Ну вот самые вот ориенты есть такие. Ага, ориенты, да. Коробочки. Классные коробочки. А что еще? Есть ориенты вот еще в хорошее состояние. Смотри, какое состояние. Ага. Тоже неплохие. Это вообще классно.
Ну, корпус вообще в идеале. Тут есть пару маленьких царапин, но это такое, да. Вот еще. Ориент у тебя. Есть сейка еще. Сейка тоже неплохие. Угу. Ну да. Тоже хорошие часики. Еще ориент с календарем. Электроника 1. Терминатор. Терминатор рабочий, можно кнопочку нажать, видишь. Ага. Секунды, все идет. Да, да. Классно, конечно. Терминатор. Настоящий. Вот еще часики. Национальная академия обороны Украины. Паттер Филипп, Константин, Ориенты, Ситизен, Часики, Монтана. А Samsung? Оставляй себе, будешь проверять. Электроники разные. Ну ладно. А Samsung специальный. Я сейчас ставлю. Да, пусть будет у тебя, еще будут тебе обращаться. Хорошо. Так, Володя, а можно часы для подписчика, которые я у тебя? Тоже рабочий. Ролексы с коробочкой, с документами. Класс. Часы Верховной Рады Украины для настоящих депутатов. Вот даже с календарем. Ленинградский район Киева. Мы сейчас уже не знаем, что это за район. Кто знает, пишите в комментариях. Вид Киевского головы, часики. Машинки еще продаются. Шкатулочка. Мороженица. А мороженицы у тебя по 150, по-моему, да? Не, ну я по 2, ну тебе по 100, давай, по 150. Ага. Ну, я помню, да. Вообще я по 200. Олимпус. Фотоаппараты разные. 700, зеленая Волга, 1300. Такие часики. А то по 100 рублей, вот это по 100 для гривен. Для подписчика из Германии. Советская электроника 53. Так, вот такие еще брошки потрясающие. Я сейчас куплю такую потрясающую брошку для подписчицы из Великобритании. Со мной связалась моя подписчица и попросила приобрести потрясающую брошку для ее мамы. Вот. Можно кулечек какой-то есть у вас, да? Да, 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 есть. Угу. Так, вот еще брошки. Красивенькие запоночки. Угу. Так, кулечек. Чтобы все было хорошо. Ничего не поцарапалось, не побилось. Еще брошки. Такая красивая. А почем такие брошки у вас? А брошки? Это запонки. А, ой, запонки, извиняюсь. А почем они у вас? 60 гривен. Ага, 60. Что? 150 гривен. 60 гривен. Цена хорошая. Позолочен. Да, это от эти. От салона. Значки всякие разные. Продается очень большое количество разнообразных ожерельев, вот, браслетов. Спасибо большое. Еще брошки. Спасибо. Браслетик. Серега. Серебряный советский. 800 гривен. 800 гривен. Разнообразная. Разнообразная посуда, вот для сыпучести. А сколько такой набор у вас для сыпучестей? Для сыпучестей вот такой набор. Ага, 1000 гривен, да. Понял. Подсвечники, вот такой красивый, винтажный. Статуэточки. Пудель знаменитый, клоун. Котик булгаковский я такой же покупал для подписчицы в Узбекистан. Он ей уже пришел. Скоро выложу на канал. Чайные пары потрясающие. Вот тарелочка с олимпийским мишкой. Хрустальная.
хрусталь всякие разные. Как торговля у вас? Нормально? Ничего. С утра уже люди были. Ага, с утра были, да. Понял. У вас тут всегда интересная продукция. Всего хорошего вам. До свидания. До хорошего дня. Часики. Гляните, вот такие настольные молнии. Классные. Еще такие. Ракеты. С календарем. Чайка. С позолотой. Еще такая ракета. А сколько ракеты у вас такая стоит? 1500. Ориенты. Еще ориенты. Сейка. Очень большое количество классных японских часов. Вот. Ориент Колледж. Секундомер с коробочкой. А он с документами у вас или? Нет, документов нема, ага. Коробочка лежит. Ага, только коробочка. Командиры, Восток Амфибия, еще командиры, Луч, футбольные часы. Классные. Первые длинные, это вот эти футбольные. Интересно для фанатов. Еще лучше. По всем этим часикам можно подобрать ремешки. Ага, вообще в идеале. Вот такие ориенты, кристалл с календарем. Да, стан вообще шикарный. Вот еще ориенты, колледж. Классно. Спасибо, хорошего дня вам, побачимся. Вот сейчас на барахолочке возле эпицентра, смотрите, тут и гитару продают. В переходе очень сейчас оживленная торговля. Всякие разные книги. Вот, очень много всего. Вот секундомер еще. Интересно. С коробочкой. Он с документами у вас даже, да? Да. Часики. Магнитная лента для стереофонической записи еще продаются. Что планшетка такая. Даже велосипед. Я не знаю, правда, продают его или не продают. Вот. Лента рекордная. 77-й год. Новая. Вот смотрите, сейчас на возле перехода на чайные такие лупы. Интересно, что еще здесь? Фотоаппараты для монет. А почем такой держатель для монет у вас? 500. Ага, 500 гривен. Понял. Без монет, понятное дело. Часики Casio, J-Shock. Вот еще часики. А сколько такие часы у вас огромные? Прям 1500. Классные, да. Огромные. Телефончики, Nokia, я помню, такой был у одного моего одноклассника, а может даже не одного. Motorola такой классный, раньше это была мечта. А сейчас продается тут на барахолочке. Что еще? Ferrari. А Ferrari часы сколько у вас? 1200, да? Понял. Seiko, вот часики. Cartier, смотрите, Cartier, французский бренд, продается на барахолке. Омега, Патек Филипп, вот Полет, Победа. Вот, пришел сейчас на точку с серебром. Здравствуйте, здравствуйте, как дела у вас? Вот. Подстаканник из Неом Ангела. Это Сережа. Хорошо, Александр, я покажу. Что я мог найти? Ожерелье.
Брошки. Такие разные. А сколько ты говорил, я помню. Ложечки. Не, я мафия накрыла. Вилочки, ложечки серебряные. Вау, взгляните, какой классный сервизик. Чайные пары, молочница и для сахара емкость. Вау, посмотрите, какое настенное панно с олимпийским мишкой. Вот олимпиада. Класс. Вот еще медведь у вас такой огромный. Это копилка или обычный? Какой? Ну вот этот медведь. Нет, это обычный. А, обычный. Тут видел похожего. А, с копилкой. Красивый мишка, конечно. Вот также еще тут очень много разнообразного фарфора. Вот кармен. Черепашка, собачки разные, пингвинчики, сова, мальчик-сова и девочка-сова. Ну да, у каждого сова, у каждой совы должен быть свой сов. Так, еще фарфор, конькобежки, статуэтки. Такие маленькие красавчики, смотрите, собачки, такие малыши, да? Всякие танцоры, да, это музыкальная шкатулочка, вот еще сова, символ мудрости, очень много олимпийских мишек, еще совы, тут в этот раз очень много разнообразных сов, медведь, еще такой олимпийский, с позолотой, красавчик. Такого кофейного приятного цвета. Позолота вообще не стерлась, он в идеале. Ожерелье разнообразное, брошка, такой браслетик еще красивенький с эмалью, еще брошки очень разные. Смотрите, какая красивенькая, винтажная, да? Брошь. Фужеры. Брелочки. Разные. Запонки. Медали всякие разные, монеты, вот еще монеты. Вот с этим кто говорит? Правило это самое. Такая статуэточка. А что это именно за статуэтка, кто на ней изображен? Ага, просто художник, понял. Еще фарфор, тоже Гена с Чебурашкой. Солдаты фарфоровые. Еще мальчик с собакой. Пиноккио красивенький с черепашкой. Ну так надо как-то делиться. Красавчик вообще, да? А почем Пиноккио у вас? Пиноккио нету, только Буратино. А, Буратино, только... да, извиняюсь. Там пара, она продается. А пара? Нет. Чайник еще. Сука, карась, слушай, огромный. Шофер 200. Карась и это, ложечки. Пара 1400. Значки. Всего хорошего вам, до свидания. Вот еще клоуны какие потрясающие. Это можете еще клеймо посмотреть? Там клейма нету, это ага. Старые довоенные. Ага, это все старые, довоенные. Довоенная Германия, это, да? Да, это еще до войны. Ага, довоенная Германия. Клоуны такие классные. Лампа Аладдина еще такая продается. Здесь же плафон, чтобы больше не упал. Же. Ага.
А что там за клеймо? Немцы, там откручиваешь, она новая тогда, и там еще никто ничего не лил. Тоже. Можно, пожалуйста, ее показать? Да, классная. Вообще. Возьмете фигу. Здравствуйте. Классная точка по хрусталю. У вас сколько всего интересного. Смотрите, вот такая подставочка для фруктов винтажная. А сколько поставка такая у вас для фруктов стоит винтажная? Классная. Вот это? Да, да, 300 гривен. Ага, всего лишь. Ага. Красивенькая вообще. Подстаканчик еще такой. Ага. Неплохой. Сова. Символ мудрости. На барахолке очень много сов. За последнее время, что можете приобрести и стать мудрым. Вот. Такая тоже емкость, сердечко, подсвечники, ожерелья разнообразные, серьги, брошки, еще ожерелья. Хорошего дня вам, до свидания. Спасибо. Такие емкости. А что это у вас, какие-то духи из Египта, да? Это масла. Ага, масла египетские. Интересно. Ожерелье. Ну, тоже лучше спроси, да. Статуэточки. Вот для ютуба вечно снимают. Икон. Мишка, красавчик, сумской, один из самых красивых олимпийских медведей. Вот еще статуэтки фарфоровые. Такой моряк фарфоровый, подстаканнички. Емкость для сахара или еще для чего-то. Интересная такая тоже фруктовница. Классно. А почему такая фруктовница у вас огромная? 1200. Ага, 1200, да? Я металл и стекло. Ага, металл и стекло. Верка сердючка еще. Класс. Духи, очки. Ремень с подвесом. Морской. Шкатулочки. Классно. Вот еще такое приспособление. А что это за приспособление у вас? Это дозиметр новый. Ага, дозиметр. Советский новый дозиметр с документами, с коробочкой полностью новый. Класс. Еще чеканка, олимпиец, вот олимпийский мишка. Вау, смотрите, какой прикольный подсвечник. Вот еще ложечки такие разукрашенные, красивенькие, горькие. Портсигар. Что еще? Вот еще статуэтки на разную тематику. Тут, конечно, очень разнообразные товары. И телефоны, и ложечки, и зеркальце даже с олимпийской символикой, с олимпиадой. И иконы, и чего тут, конечно, только нету. Вот, пепельницы, алкоголик, фляги, часики. Вот турочка, смотрите, какая красивенькая, медная, с розочкой. Поднос тоже интересный. Что еще? Машинка 02. Такая еще интересная подставочка под что-то. Красивенькая. Куколки. За собакой, поняла? За рулем газеты. Советские. Всего хорошего, до свидания. Хорошего дня. Крестики такие классные, серебряные. Вот еще сережечки, комплекты. Вот на подарок вообще шикарно. Если вы хотите подарить что-то своей девушке,
или своему парню. Так, все, тут, давай, например, все, вот такую, такую цепочку классную или крестик, то можете приезжать сюда на барахолочку. Вот я, кстати, по знаку зодиака Лев, и классный тут кулончик продается в виде знака зодиака Лев. Колечки тоже классные. Сова, взгляните, еще одна, еще один символ мудрости. Вот она стоит на книгах, и возле нее располагается перо. Вот такая мудрая сова на барахолочке в Киеве. Что еще? Детская гитара итальянская. Интересно. Собачка. Подстаканник, да, я только товар. Подстаканник вот такой классный, винтажный. Я такой же покупал для подписчицы. Это машинки разные предлагаются. Статуэтка коня. Подсвечники. Еще сколько это лошадки? Бронзовая. Китайская. Саша, игрушка. 800, он говорил, утка игрушечная. Саша, вот это лошадка. Всего хорошего, до свидания. Деньги, так, туркменистанские. Если меня смотрят подписчики из Узбекистана, вот Туркменистана, извиняюсь, то ставьте лайк. Вот милитария разная, ремни. Всякие фляги советские, сапоги, каски, всякие панамки, куча всего. Ожерелье из янтаря. Вот еще такие есть. Интересно. Очки на барахолочке тоже продаются. Еще очень большое количество милитарии советской, и ремни, фляги, панамочки. Вот сегодня как раз у нас обещают жару до плюс 35 градусов, и думаю приобрести панамку, очень актуально. Ваза такая вот, посмотрите, хрустальная конфетница. Троечки новые. Блин. Вот, ага. Это вот японская вот тройка. Угу. Называется гейша. Вот эта кружечка, она полностью прозрачная. Вот можете взять и посмотреть там на дне профиль. Угу. Интересно, да, японская. И их есть в наличии 6 троек. Угу. И сколько одна стоит у вас? 900 гривен. Ага. О, вот возьмите одну кружечку вот эту, угу, и посмотрите. А можно так встать? Да. Не, вот, не, гейша вот первый. Вот. И, ага, и посмотрите на солнце. Да. Видите? Да. Видите гейша на дне? Ага, да, это интересно. Это очень редкий японский фартук. Вау. Ну, это с большого как бы набора. Интересное такое. Видите, она полностью... Ага, сзади тут... А сзади ее нет. И на дне гейша там. Ну, по рельефу. Угу. Ну да. Ну, интересно. Очень. Да, интересно. А эти по 600. Ага. Эти по 600. Интересно. Спасибо. Всего хорошего вам. Спасибо. Угу. Ботинки еще такие рабочие. Рабочие. Полиуретан. Ага. Полиуретан. Угу. И железная. А вот ага. Пластина. Размеры от 37 по 45. Ага. Да, рабочие ботинки такие. Почем они у тебя? У меня стоят 500 гривен. Ага, по 500 гривен. А в магазине сколько? От 1300 до 1800. От 1400. Это на яхтах. Сварщики берут. Сварщики, то есть. Ну, это офигенно. Ну да, классно.
А 37 по 45 в наличии заказывайте из грунта. Вот еще тоже милитария и противогазы, и всякие фляги продаются. Шкатулочки маленькие, средненькие, большие, светильники всякие разные, домино, телефон, Nokia с коробочкой рабочей, класс, интересно. Да, прикольно, Nokia действительно. Похоже, раньше когда-то была у мамы. Вот полностью рабочая. Класс. Еще и с документами, с коробочкой. Ожерелье. Это янтарь у вас? Да. Ага. Янтарные бусы. Классики. Вот еще тоже очень много ожерелья. Для украшений, для колечек такая подставочка, вот фарфор, гуси, собачки. Серебро, янтарные бусы, подвеска харьковская серебряная. Красивенькая, смотрите, какая. Компасы, фотопленки, медали всякие разные, значки. Вот браслет советского серебра, даже с родным. С родной наклеечкой. Красивенький браслетик. 875-я проба. Еще такие тоже колечки, брошки. Медведи, смотрите. Фарфоровые. Вот еще девушка, статуэтка. Мальчишки-бальчиш. Да не, оно вам не нужно, вы сами все сделали. Подсвечник. Очень красивые куколки. Вот игрушки. Гены. Я тоже, я могу раскрутить. Раскручу, поремонтировал, запчасти осталось, но робот. Такие красивые елочные игрушки. Очень большое количество разных. Ваза еще есть с олимпийской символикой. Хрустальная. Вот с Олимпиады, видите? Олимпийская символика. Конькобежка. Статуэтка. Фруктовница. Еще такая красивая винтажная. Подставочка для чего-либо. Чайнички. Ожерелье еще такое, янтарное, советское, да? Да, интересное. И браслетик еще. А можете браслетик еще показать? Вот ну, это? Браслет, наверное, не янтарный. Не буду утверждать, потому что может быть и не янтарный. Это точно значит? Ну, подходит в целом, да. Это может и не янтарный. В целом подходит. Бирюза еще тоже такое. Это бирюза. Ожерелье. Вот такая классная хрустальная ваза, вообще шикарная, с Олимпиады. Если кому-то интересно, пишите мне в Телеграм. Вообще класс, да? Такой маленький чебурашечка, красавчик, да? Смотрите, какой малыш, темненький. Так, забираю вот таких двух потрясающих ген для подписчицы из Узбекистана, такие красавчики. Еще забираю здесь ожерелье такое классное и браслетик. Ожерелье, да, и браслетик, пожалуйста. Вот это и вот это? Да. Так, сейчас.
Ключик какой-то. Так, еще забираю для подписчика Виталия из Латвии. Такого красивого чебурашку. Вот кулечек. Сколько, конечно, закупился здесь. Вот, если кому интересно, это хрустальная ваза потрясающая, то пишите мне в Телеграм. Вот еще мишки тоже есть с мячиком, коросты. Классный медведь. Так что, кому что интересно, пишите. Есть еще такой красавчик, пока не в продаже. Пока еще не разобрали. Ну, все меняется. Недавно, ну, тоже пару минут назад мужчина подходил по поводу этих ген. Очень хотел приобрести, но, к сожалению, уже я забрал вместе с подписчицей Рано из Узбекистана. Вот книжка еще тут продается. 67-й год. Колобок. Раскладушка. Класс вообще. Тоже реально большая редкость. И в очень хорошем состоянии. Раскладушечка. Вот, смотрите, еще сережечки. Это не у вас не серебряные, да? Ага, бижутерия. Красиво, конечно. Вот еще такие фигурки. Советские подвески. Пепельницы, шкатулочки, такой бочонок прикольный. А какой объем у этого бочонка? Объем бочонка. Там же 3 литра. 3 литра, ого, большой какой. Классно. Статуэточки. Вот, куколки. Красивые. Медведи олимпийские. Смотрите, коростынь. Вот мишка с мячиком. Еще таких два красавчика. Керамика, майолика разные. Посуда, чашечки, чайная пара, чайнички, фарфор. Вот икона, смотрите, еще ножницы такие винтажные. Интересно. Не-не, я бегу дальше, у меня работа, снимать, мне же надо неделю. Какая фруктовница. Интересно. Шорца. Ну, что там такие идеи? Я вам скажу, вот это я заметил, смонтированные видео, где лучше заметил. Вот когда ты снимаешь не одним куском, а там... Часы. Мистер Бимс. Мистер Бимс. Каска пожарная, танки, пушки, ремни. Ну, основные видео смотрят другая. Как торговля у вас? Нормально все? Отлично. Слава Богу. Да, все продаем, да. Все покупаем. Купили у вас уже что-то сегодня? Уже половины товара нет. Да. Вот есть еще, смотрите, какая мейсонская фруктовница. Фарфор. Фарфор. Сколько она стоит? 300 баксов. 300 евро. 300 евро. Ну да. Интересно у вас. Кому тут надо, пусть пишут вам. Приходят к нам. Да. Рог еще такой у вас интересный. А сколько рог такой? А сколько рог такой у вас стоит? 875-ю пробу. $300 такой. Серебра около 250 грамм. Чистого серебра. Вот смотрите. Цепь тоже серебряная, кстати. Еще серебряная цепь. Неплохо. Вот еще смотрите, сколько всяких разных товаров. И шлем какой-то, и фляга. Термос, короче, куча всего, всякие чемоданы, игрушки, капец. Шкатулочка. Здравствуйте, а почем шкатулочка такая у вас? Сердечко. Это мельхиор или что это? Мельхиор.
Ага, классно, да. Стаканчики, стопочки, часы танковые, всякие ложки, фотографии. Бижутерия. А серебра нет у вас советского? Вот только серебро. Угу. А советского серебра? У меня советского нет. У меня есть винтажная серебришка. Смотрите, она с этим самым. Кстати, интересно, мне самому было интересно, что же это за сумочки. Оказывается, раньше женщины носили драгоценные камни. И вот если оправы не было, они ложили в такую серебряную сумочку. Вот, и вот здесь вот у них был драгоценный камушек. Классно, интересно, да. Для украшения, ну, интересно. Да. Есть здесь и клеймо у нее. Это какая проба? Здесь, знаете как, оно в названии, по-моему, она 800-я проба идет. Это же 800. Еще старые революционные штучки эти. Это я привез из Португалии, в Лиссабоне я покупал. Вообще шикарная вещь. Еще, кстати, камушек какой-то драгоценный. Я еще не проверял. Да, никак. Интересно. Классная вообще, такая вещь приятная. Я сам набрал, думаю, что это такое. Оказалось, вот для драгоценных камней. Интересно. Вот еще браслетик у вас. 100 гривен. Это не серебро у вас? Или серебро? Нет, это не серебро. Это плавленый янтарь. Плавленый янтарь. Еще такая приятная вещь. Да, фарфор у вас еще тут есть. И клоуны, смотрите. А там... Ручная работа моя, он везде, там, что-то. Да, сейчас подойду. Интересно, у вас тут точка. Вы не часто на барахолке торгуете, да? Нет, я вообще с Днепра. А, первый раз да, у вас тут здесь вижу. Я первый раз, да, так, просто решили попробовать, в гости ехали. Медведь. Я вообще воюю, я капеллан военный. Ага. Просто так, хобби мое немножко. Понял, интересненько, конечно. Чайнички. Пивник, незламности, керамика, майолик. Ручная работа. Это у вас урановое стекло или обычно? Я не знаю, не тонкое. Буду вам врать, я не знаю. Ага, тонкое, думаю, я что. Купил просто там. Ваза. Уже, вернее, взял под реализацию бабушку. Угу. Это ваша работа, да? Это класс. Люди выбрасывают, и я вот из мусора делаю, даю им новую жизнь такую. Ничего себе, вы. Настоящий художник. Ну да, я в художественном цехе работаю. Вау, класс. И почем такие штучки у вас? Ну, вот эту могу за 1000. Вообще, так как бы я больше не продаю, просто уже настолько насобиралась дома, что можно. Вот бар, ну, да. Видите. Класс. И каждая, да. Она эксклюзивная. Что-то, вон шашлычник, видите, какой грузин. Да. Казачок. Печка и Василий Иванович. Даже кузак у нас. Кузак, да. Так, если присмотреться, да. Видите, вот это от ручки. Вот, это от шарика, от этого. Угу. 1000. Угу. Вот боксеры если... еще у вас есть. Штангист. А штангист почем такой? Классный. Ну, хочу 1000, но люди, сколько вот, если кому-то будет интересно, конечно, я уступлю. Это мои ручные работы, я как бы просто знаю, сколько в каком-то есть. Взял телефон только что данного продавца. Если кому-то что-то интересное, пишите мне в Телеграм. Смогу отправить по Украине посылочку или же за границу. Вот азбука. Такие тарелочки. Интересная точка. Портсигар с Мерлин Монро. Прикольно. Интересно. Брошка. Что такая красивенькая. Браслетик. Обезьянка. Пепельница. Прикольно. Интересно. Розы кованые. Ручная работа, розы кованые. Да, шикарная вообще. Интересная у вас тут, конечно, точка. Раскладывается. Ага, это набор для причастия, да. Да? Да, он прямо с крестиком вышит, ему так в мешочке застегивается. Угу. А это из красного дерева волхвы принесли для Иисуса дары.
30 гривень угу. щетка. Такая композиция из красного дерева. Да. Угу. Интересно. Я же туда. Вот. Да, есть интересные вещи. Угу. Еще браслетики тоже. С камнем. Такой очень редкий. Угу. Никодим Харьковский, Богодуховский, 91-й год. Медаль такая. Это за определенные заслуги. Угу. Люди, которые там делали какие-то благотворительные поступки такие, да? Угу. Такие награждали. Интересненько. Угу. Есть интересный орден именной. Это все австрийская война, угу. да? Австро-венгерская. А есть вот такой вот именной. Серебряные, очень редкие. Они вот прям именные делались под конкретного человека. Uh-huh. 74 грамма серебра. Uh-huh. Классный. Да. От любящей же. Браслетик такой. 80. Медаль вам не надо. Вот самовар у вас такой. Почем самовар у вас разукрашен? Ага, 500 гривен, да? Еще у вас большое количество всякое. Бутыли для вина, косив, по угу. два автора подписано. Угу. Это новенького, базовая сельмовская. Угу. Красиво у вас, конечно, здесь изделия. Коростин 60-й рік на великому блюдо. Коростин 60-й рік. Конь а... Какой? Что? По центру конь, що сьогодні Львовський 60-й рік. Ага. Конь. І скільки іконок такого у вас? Сколько? Дві. Ага, 2000. Понял. Світильник у вас ще з черепахою до сих пор присутствує. Спасибо, всего хорошего, до свидания. Очень большое количество всякой посуды, чайнички, чашечки, пивника, сервизы всякие, бокалы, жара, пивник на злавности. Знаменитый. Здравствуйте. Пивных сколько у вас на изламности? 7? А, 2000? Ага. 2000. Понял. Хорошего дня вам. До свидания. Спасибо. Монитор. Тоже продается. Ректор. Еще мониторы. Никогда не обращал внимания, сколько мониторов на барахолке продается. Здравствуйте. Подстаканник. Вот, взгляните, ракушка. Такая огромная жаба, чтобы деньги водились. Что еще? Такая емкость. Пепельница. Батарея. Книги. Вот 45-й год. Петр Первый. Ремень, уточка для измерения температуры воды, подстаканнички, чебурашка, красавчик такой, Дед Мороз, проигрыватель. Ложки, вилки китайские. Да. Красавчик такой, чебурашечка. Вот, взгляните, целая коллекция олимпийских мишек. Еще фарфор, вот собака с дичью, олень, вот этнические разные статуэтки, майолика, пивники, прям целая коллекция, коллекция свинок. Интересно. Еще такой этнический фарфор, Олег Попов, клоун,
Мини-лад, только мини-лад. Конькобежки разные. Машинки. Hot Wheels. Магнитные ленты. Ну, погоди. Лафитники. А сколько такой лафитник у вас стоит? 200 гривен, да? Понял. Монеты. Вот по 2000, по 200 гривен. Американские. 2700. Вот еще тоже. Шпионские страсти. Осторожно, обезьянки. Фотография Кирина. А сколько фотография такая Русановки у вас? 200. Ага. Фотокартина. Так что, если вы живете на Русановке, то приходите и покупайте. Ага. Класс, даже можно повесить на стену. Или какое-то заведение, например. Тоже было бы интересно, красиво. Вот еще такая статуэтка редкая. Городница. 50-е года. Интересно. Курочки. Вот еще тоже фотокартины. Там дальше есть разнообразные. Мальчик, смотрите, какой красивый, украинский. Вот часики еще, смотрите, янтарь рабочий. Здравствуйте, а часы у вас рабочие, правильно я понимаю, вот эти янтарь, да? Классно. Вот ребята играют на гитаре, на барахолочке, весело. Вазы еще китайские, старинные, подсвечник. Вот на барахолочке весело, ребята играют. И все в идеале. Ага, вот все в идеале. Ага, клоуны такие классные. Упакуйте их, пожалуйста. Забираю таких двух потрясающих клоунов для подписчицы Рано из Узбекистана. Также тут продаются разные бинокли. Если вас что-то интересует, пишите мне в Телеграм. Шкатулочка еще есть. И на такой приятной барахольной ноте заканчиваем первую часть нашего сегодняшнего выпуска. Вторая часть выйдет или в понедельник, или в четверг, посмотрим по обстоятельствам. И в конце второй части покажу вам свои покупочки для подписчиков. Уже вы часть увидели, но полностью покажу в следующем выпуске. Также сейчас пойду в отдел с антикварами, и там всегда много интересного и классного товара. Поэтому не пропустите следующий выпуск. Благодарю всех за просмотр, дорогие друзья. Желаю мира, добра и хорошего настроения. До новых встреч!